В нашем регионе организован центр управления чемпионатом. С помощью дистанционных технологий эксперты будут оценивать участников. Кузбасс 2 года готовился к национальному финалу. Провести его очно не получилось. Но организаторы все же сумели ответить на вызов современности. Деловая программа началась с пленарной сессии, которая и открыла мероприятие. Все, что мы сейчас делаем, это мы делаем для нашей молодежи. Чтобы молодежь могла найти свой путь в жизни. Чтобы могла выбрать свою интересную профессию и в ней совершенствоваться. Мы раскрываем возможности для наших молодых людей. Одновременно, благодаря своему мастерству, эти люди, это наша молодежь, они меняют нашу страну, меняют свои города, меняют свои территории, меняют к лучшему. Не зря девиз нашей сборной «Делай мир лучше силой своего мастерства». Соревноваться в своих компетенциях молодые профессионалы мира будут на площадках своих колледжей, а эксперты оценят навыки онлайн. Запланирована и деловая программа. В ходе семинаров участники обсудят вопросы кадрового стандарта и профессиональной ориентации школьников. А имена победителей национального финала молодые профессионалы прозвучат 21 сентября.